Повышенный уровень радиации в атмосфере на наших восточных территориях вызвал озабоченность у главы Европейского альянса. Сегодня стало известно, что источником является Чернобыльская АЭС. Радиация может быть связана с повышенной сейсмической активностью в этом регионе. Генерал Уортон, Европейскому альянсу известно о деятельности Blackwood в Припяти. Мы считаем, что они используют тектоническое оружие рядом с Чернобыльской АЭС. Наше участие должно остаться в тайне, генерал. Поэтому я прошу вас проникнуть в эту зону и предотвратить операцию Blackwood.